Оригинальный салат искушения – лучшее решение для романтического ужина. Приветствую вас, друзья, на канале Kindra's Life. Будем готовить салат с романтическим названием «Искушение». Если хотите порадовать свою вторую половинку чем-то оригинальным, можете приготовить его. Он подойдет как на 14 февраля, День влюбленных, так и просто на романтический ужин. Для приготовления нам необходимы будут следующие ингредиенты. Во-первых, надо будет черная икра из морских водорослей. Также нам понадобится куриное филе. Я куриное филе предварительно отварил. В кипящую воду опускаем куриное филе и варим его минут 25 до готовности. И остудил. Оно должно быть прохладное. Чтобы вкус был оригинальный, будем использовать также ананасы. Ананасы – вещь очень вкусная. Кроме ананасов, нужен будет также твердый сыр. Нарезанные ингредиенты мы будем заправлять салатным майонезом. И основой салата будут, как это ни банально, листья салата. Основа салата – листья салата. Салат – салат. Так вот, смотрите, я купил уже готовую смесь. Значит, она так и называется – салат свежий Монте-Бьянко. Но вы можете покупать любые листья салата, которые вам нравятся. Сюда же в состав входит салат Бьонто, салат Фризе и салат Радичо. По внешнему виду здесь листья салата слабо-зеленые, ярко-зеленые и такого вот сиреневого цвета. Начинать приготовление будем с филе. Возьмем кусочек филе. В данном случае берем 200 грамм отварного куриного филе и нарезаем его кубиками. Понятно, что кубики – это условное название для куриного филе. Оно больше такими кусочками получается. Но это не важно. Главное, что будет вкусно. Нарезанное куриное филе отправляем в мисочку. Курочку мы успешно нарезали, оставляем ее в сторонку. И теперь очередь за ананасами. Я взял ананасы, нарезанные кусочками. Сейчас мы откроем, посмотрим, насколько эти кусочки мелкие. Если кусочки окажутся большие, мы их, соответственно, чуть-чуть уменьшим, измельчим. Значит, в банке у нас идет вес 565 грамм. Отсюда возьмем 100 грамм ананасов. Достаем ананасики. Кусочки здесь достаточно такие крупные, поэтому мы их чуть-чуть измельчим. Вкусненько. Значит, освобождаем ананасы из банки и отсаживаем сок. И возьмем их, нарежем. Ананас нарезали, и мы его отправляем к нашей курочке. Курочка и ананас – это всегда очень романтично. Сразу такая атмосфера влюбленности, чувствуется романтики. Прям настоящее искушение. Ананасы с курочкой перемешиваем. Вот так вот аккуратненько это дело перемешаем. Дальше берем икру из водорослей. В данном случае, значит, пропорция следующая. 200 грамм куриного филе, 100 грамм ананасов
и здесь в баночке, сколько здесь написано, вес? Вес 200 грамм, значит, тоже берем 100 грамм икры из водорослей. Это дело отставляем. И нам надо будет взять 100 грамм сыра и натереть его на крупную терку. Берем 100 грамм сыра. Так, очистили. Отрезаем 100 грамм. Натертый сыр перекладываем к нашим ингредиентам. Я, наверное, возьму посудину побольше, чтобы это все было удобнее перемешать. Высыпаем. Смешиваем. Это все дело равномерно перемешиваем. И добавляем сюда майонез. Майонеза добавляем не сильно много, но и не слишком мало. Ингредиенты мы перемешали. Отставим это дело в сторонку. На пару минут пускай там пройдут все эти процессы любви, романтики и страсти. Листья салата мы аккуратно выложим на тарелку, а сверху положим все остальные ингредиенты. Листья салата мы помыли и стряхнули лишнюю воду, лишнюю влагу. И теперь листья салата аккуратненько будем перекладывать на порционные тарелки. Так сказать, формировать, делать красоту. Берем вот так вот листочки салата и аккуратно выкладываем. И на листья салата выкладываем ингредиенты. Красота получается. Ингредиенты выложили на тарелку, и сверху можно слегка присыпать еще чуть-чуть тертым сыром. Оригинальный салат искушения готов. Приступаем к искушению. Давайте попробуем, что же получилось. Сочетание ингредиентов вообще интересное, потрясающее. Красота на тарелке смотрится просто обалденно. Пробуем. Ложим на тарелочку. Сочетание красок потрясающее, смотрится очень эффектно и красиво. Листья салата зеленые, такие сиреневые, фиолетовые оттенки. Икра из морских водорослей, сыр, очень все аппетитно. Пробуем, что же получилось. Оригинально и очень вкусно. Вы знаете, что я могу сказать вам про этот салат? Ну, во-первых, куриное отварное мясо, оно само по себе нейтральное. В то же время в этом салате оно чувствуется. Чувствуется легкий вкус курочки. Но в то же время икра из морских водорослей дает такой яркий, выраженный рыбный вкус. Сладость легкая ананаса придает пикантности и экзотики. Листья салата по-своему хороши. Все это очень вкусно, интересно и необычно. Если вы хотите порадовать свою половинку и удивить ее, попробуйте приготовить этот салат. Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим рецептом с друзьями, а я для вас буду готовить еще больше вкусных и интересных видео.